Мои дорогие подписчики и те, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. На моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоуп. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео я хочу показать вам еще один очень красивый этюд. Ну, как вы знаете, этюды предназначены для развития техники. Вот. Ну, этот вариант технического произведения называется «Прелюд». Вот, написал он это в каркасе. Основано оно на отработке арпеджио. Это произведение. Вот, и я советую вам его выучить, поиграть. Вот, естественно, для левой руки здесь тоже есть чем заняться. Вот, смена аккордов. Основные, как я их называю, аккордовые скелеты. Вот. Здесь очень светлая тональность ля мажор. Итак, давайте приступим. Мы начинаем с аккорда А, с аккорда ля мажор. Здесь будет у нас только две струны от него. Это третья на втором и вторая тоже на втором. Вот, в правой руке нам нужно будет сыграть вот такую арпеджио. Итак, зажимаем третью, вторую струны на втором ладу. И в правой руке сразу запоминайте, какой будет арпеджио. Пятая, третья, вторая, третья, вторая, третья. Это первая половина, вторая половина. Пятая, третья, вторая, третья, первая, третья. Вот это вся фигура. Еще разок. Третью струну на втором ладу и к ней поджимаем первую на втором. Получается, у нас здесь будет следующий аккорд, это третья, первая на втором. Играем с четвертой открытой. Четвертая, третья, вторая, третья, вторая, третья, четвертая, третья, вторая, третья, первая, третья. Самое главное, в правой руке соблюдайте, что у каждой струны свой палец. Большой палец играет басы, указательный третью струну, средний палец вторую и безымянный первую. Только так. Еще разок второй аккорд. Третья на втором, первая на втором. Ну, то есть то же самое, только за, то же самое, как и первый аккорд, только за место пятой струны будет четвертая. Дальше мы оставляем третью, первую на втором, поджимаем к ним четвертую на первом. И у нас получается третий аккорд. Это четвертый на первом и третья, первая на втором ладах. В правой руке мы играем абсолютно то же самое. Четвертая, третья, вторая, третья, вторая, третья, четвертая, третья, вторая, третья, первая, третья. Идем дальше. Следующий аккорд. Четвертая на втором, третья на первом. И в правой руке то же самое. Четвертая, третья, вторая, третья, вторая, третья, четвертая, третья, вторая, третья, первая, третья. Вот у нас уже получилось четыре аккорда. Можно их повторить. Первый. Следующий
следующий аккорд, третья, вторая на втором ладу. Ну и сразу первую на третьем поджимаем. Третья, вторая на втором, первая на третьем. Играем с пятой струны. Пятая, третья, вторая, третья, вторая, третья, пятая, третья, вторая, третья, первая, третья. Такой вот аккорд. Это пятый аккорд. Идем дальше. Аккорд D, ре мажор. Третья, первая на втором, вторая на третьем. Играем с четвертой струны. Здесь будет немножечко другой перебор. Аккорд D, играем четвертая, третья, вторая, третья, первая, третья. И дальше нам нужно будет сменить аккорд. Еще разок на аккорде D. Четвертая, третья, вторая, третья, первая, третья. Дальше. Дальше следующий аккорд. Четвертая, первая. Точнее, четвертая, вторая на первом ладу. Третья, первая на втором. Вот такой аккорд. Нужно будет зажать четыре струны. Четвертая, вторая на первом, третья, четвертая, вторая на первом, третья, первая на втором. В правой руке то же самое. Четвертая, третья, вторая, третья, первая, третья. То есть получается здесь два аккорда, мы играем по половинке. Вот этот аккорд D играем. И следующий. Вот. Здесь даже по геометрической фигуре, вот по аппликатуре, вот он D. И этот же D мы сдвигаем влево и поднимаем на струну выше. Вот, видите, получается такой же D, только еще мизинец добавляем на первую струну. И идем дальше. Зажимаем аккорд ля мажор, А, четвертая, третья, вторая на втором ладу. И играем четвертая, третья, вторая, третья, вторая, третья. Идем дальше. Зажимаем третью на первом. Играем с шестой струны. Шестая, третья, вторая, третья, первая, третья. И вот что у нас здесь тоже получается по половинке. Идем дальше. Две струны. Пятая открытая, третья на втором. Потом вторая на втором. Первая открытая. Можно вот так зажать. Третью, вторую на втором. Сыграть пятую с третьей. Вторую на втором, первую открытая. И дальше три струны. Вторая на втором, мизинцем первую на пятом и пятая открытая. Одновременно щипок. Ну еще разок весь этюд, точнее прелюд, медленно. Спасибо за просмотр, тренируйтесь, и у вас все получится.